Заслуженная победа Гомеля. Был расчет после первого тайма, который мы проигрывали 0-1. В перерыве внес корректировки, проговорил с ребятами. И была надежда и желание именно в первые 15 минут второго тайма исправить ситуацию. Имели прекрасный момент. Забеги Гевича, думаю, игра могла бы сложиться по-другому. А так, конечно, в концовке уже было видно ощутимое преимущество Гомеля. Они были более свежие, более быстрые, и мы испытывали проблемы. Поэтому еще раз повторюсь, что Гомель заслужил свою победу. Перед главным Гомелем, Акулов, Алексей Александрович. Ну, обе команды показали интересную, содержательную игру. Поле нашего центрального стадиона стало как бильярдный стол, за что большое спасибо директору стадиону Зайцу Николаю Григорьевичу. Теперь поле позволяет играть в комбинационный футбол. Что ж, мы набрали хороший ход, даже жаль, что наступает перерыв. Но тем не менее, я думаю, что после перерыва наша игра станет еще ярче. Все-таки класс игроков позволяет нам показывать красивый, зрелищный футбол. И я надеюсь, что с каждой игрой на центральном стадионе будет все больше и больше болельщиков. Можно организованно задать вопросы? Один вопрос. Повлияла игра на кубок и победа на психологию и на сегодняшнее поражение команды? Есть две вещи, которые после таких побед кубковых головная боль тренера состоит в том, что нужно восстановить прежде всего эмоциональное состояние, это самое главное. Физические кондиции можно восстановить, и хватало времени, а вот эмоциональное состояние, конечно, не так просто это сделать. И в этой именно игре нам, может быть, и не хватило этого, именно эмоций. Конечно, повлияло. Спасибо. Есть еще вопросы? Все, вопросы. Спасибо.